Ездить в новосибирском метро стали реже. Пассажиропоток упал на 3%. За 7 месяцев этого года метрополитен перевез 44,5 миллиона человек. Это на 1,5 миллиона меньше, чем за тот же период 2015-го. В подземке надеются, что во второй половине года с наступлением холодов пассажиров станет больше. В то же время метрополитен начал экономить на вагонах. В депо создали базу для их сборки, чтобы удешевить стоимость. Пока сложности метрополитен испытывает только в поставке кузовных частей. Как только этот вопрос будет решен, предприятие приступит к сборке вагонов.